что-то не выспался. Серега вроде в норме. Да, Серега? Едем в сторону озера Рица. Только, наверное, мы на нем вообще останавливаться не будем. Поедем в другие места. Въезд в эти все Рицы там и так далее. 1400 за двоих. Ну, прямо очень интересный туннель. Единственное, что, мне кажется, он немножко не доделан. Он так выдолблен, но не полностью доделан. Ехать, так сказать, по каньону, туннель. И вот этот, кстати, очень наклонный какой-то туннель, очень даже странный. Ну, ничего, очень даже тоже понравилось. Красотища. Осторожно. Можно падение камней. Снег и льда. Дагестанский Шумахер проснулся. Теперь он тут гоняет по серпантину. Как у себя в стихии. Все как положено. Не, Серега, это можно не показывать. Я верю тебе. Вы легко. Вот, там дачу ставим, да. Мы куда-то. Слушай, по-моему, остальное уже без разницы. Дорожка все уменьшалась и уменьшалась с каждой секундой. Красотища. Все бывает в первый раз, Серег. Видишь как? Проехал. Не в том месте. Вот мы как раз спорили с Серегой, вот он за рулем, а я пью. Я говорю, ну красивые же места. Ну вот даже медленно поехать будет замечательно. О, а если что, я уже буду скоро за рулем. Ну, все-таки как-никак право недавно получил. Вон и твои альпийские луга. Появилась хоть какая-то дорожка. А то ехали. Было вообще огонь. Одни тёлки по дорогам ходят. Ой, не только одни. Все покорёжено. Конкретно сошло, да? Как мы поняли при прошлых дождях, здесь самые частые гости это сели. Вы посмотрите, как все посмотрело. Будки, все вообще, деревья. Огончик. Девочки, на Альпийский луга куда? Так что, по сути, мы туда едем. Приехали почти. Сейчас поляну подойдем. 800 метров.
здесь дорога заканчивается. Все, финиш. Коптер запустим. Чуть мимо прогуляемся. И обратно по такой дорожке. Восторга Сереги не было предела ехать обратно по такой дороге. Начала речки нету, а течет откуда-то. Вообще огонь. Альпийские луга. На коптере тут летали. Надеюсь, вам понравился. Дальше дороги, так сказать, нет. Ну, чуть-чуть она есть, но так ее особо нет. Хорошая дорога. Просто огонь, запахи. Пошли вообще ни о чем, только в лес зашли. Тут ваш сод остался. Так, что летал туда и не увидел ничего. Ну, сейчас почти находится на 1700. А будем на 200. Тоже домик раздолбанный. Но тоже сильно. Либо деревом. Ой. Вот, ребята. Туда мы не пойдем. Во-первых, жарище 32. Солнышко. Это вообще пиздец.
пропускали. Надеюсь, вам понравились когда. Слепни тут настолько суровые, то что смотрите, у меня же до крови. Слепень, не комар. Слепень, он расхерачил мне палец вообще. Все просто огонь. Тут столько коровы в дерьма в лесу, то что. Было принято обратное решение обратно. По дороге пойти уже. Вообще везде куча. Сейчас не вижу, а так прочим. Блин, еще вонь такая идет. Что не просто шесть. Оводы тут капец. Слепни оводы. Серег, как обычно, вырвался вперед. Ну, молодец, блин, мы границу пришли. С Россией. Пипец. Там чуть только что это пулю в жопу не посадили, блин. Вон там пограничный пункт сзади. Его сюда уже нельзя. Нам сказали, туда нельзя. Куда поперлись, блин. Это огонь. Вот это огонь, Серега. Ты хоть чем думал? Это сплошок. В Хазии Россия граница, блин. Даже и не знали. Ты расскажи мне, пожалуйста, это. Каковы твои ощущения, когда ты гильзу еще нашел перед этим? В России побывали. Короче, на Черкесии. Паспорта с собой нет, есть только права. Потребовали, была бы жопа. Наша граница туда. Вон зеленый домик. Есть такой мостик. Есть вон такой. Красота. Водопад там? Вот везде есть такие небольшие домики с той стороны. Как туда заезжать? И нет, проезжая часть есть. Вот та речка. Даже купаются. Минеральный источник. Посмотрим, что там есть. Чебуреки 100% есть. Я, может, чебуречек возьму с собой. Хотя, может, это хомяч. А может, половину с хомячу. А по-любому под пивко. По-любому. Как ни крути. Студенческая поляна, а вот харские минеральные источники. А наверх перевал Пыв и село Псху. Да? Ну там 30 километров. Что-то я залипаю уже. Не ел, не пил, а уже залипаю. Че, Серега, выпил, все съел. Да, Серег? Все как обычно. Даже мини-купер тут проехал. Серега, зря ты говорил на Opel Astra, на котором я ездил. Мух. Мне кажется, тут даже запоролось легко. Вот это уже пробочка. На всякий случай, это озеро Рица. Ну, в общем, вы сами видите обстановку. А это туда еще спуститься 1.5 километра примерно. И здесь народ тоже паркуется. Ну, некоторые просто сюда приходят видосик снимать. Народу, конечно, тонны. Погружают и едут туда дальше.
Вообще огонь. Да, ребят, выезжайте часов 5 лучше утра. Мы 8.40, 8.30 где-то выехали. А сейчас пробочки, пипец. Пробочки, ставим пробочки. Я думаю, туда тоже сейчас поставили бы, да? Озеро Риц находится. Нет смысла на нем быть вообще. Все на него смотрите, что в нем купаться нельзя. Зачем она нужна? Катамарана за 1500 рублей, блин. За полчаса. И парковка, блин. Вон туда, наверх. Там тачку оставляешь и все, идешь. Туда. Ну нахер. Умудряются на автобусах кататься, блин. Тут стоят, тут мы загазали, а тут еще автобусы херачат. Блин, какие автобусы? Огонь. Так, куда отправка? Вот там озеро Рица. Подмосковье, 32-й тоже стоит. Что здесь может стать? Опять 32-й. Ну, это сочинский. Ну понятно, везде туристические места. Такая лестница есть. Называется «Прощай, Родина». Сейчас посмотрим. Что тут интересно? И почему там прощать нужно? А, они там фоткаются. «Прощай, Родина», тут не пахнет. Ну, в общем, неплохо. Очереди везде. Вот она. Здесь вот попрохладнее. Немножко, Серега, отъехали. Так, мед есть, медовуха я не вижу. Вино по-любому есть. Ну, конечно, красиво. Речек. Даже искупаться можно, только, блин, лезть вниз что-то как-то не очень хочется. Да, я тут был. Что-то... Я только что немножко киморнул. Глаза все зацекли. Атас. Там такие хрени висят. А вот здесь, наверное, купаются. Да, как раз тут купаются. Вот так. С саниной воняет так, то что просто ужас. Это подмужские слезы. Ну да. По дороге очень много интересных мест, где остановиться. Но единственное, что почему-то мы на самом деле не останавливались, хотя вот карманы были везде, даже где не было народу. Ну,
по разным ситуациям. Даже были места, где можно искупаться, хотя народ либо чуть-чуть ножки кунал, либо все-таки купался. Конечно, это была редкость, но все-таки возможно. Ну, я так скажу дальнейшее. Конечно, наверное, без комментариев. Короче, то, что сплошная, это вообще без разницы всем. И 61-му, и 82-му, и 90-му, и 150-му, и так далее. Короче, мы не там на права сдавали с Серегой. Надо было в Дагестане и в Абхазии сдавать. А еще тут очень много девочек на дорогах. Очень много. Да, там за 100 точно будет. Ты хочешь такую девочку за 100 килограмм? Нет? Скушать? Скушать? Очень много девочек на дорогах. Вот одна. Она сказала. Вот там стоит. Ну что-то, это не особо разговорчивая. А так их вон полно. Очень много девочек на дорогах. Очень. Хотят, как хотят, так и ходят. Девочки. Когда такого не видел, масло грязное.